Привет всем, это видео из Балакова. И в нем я хотел вам показать городской парк, который находится в 11 микрорайоне. Но оно здесь не было, это парк, по-моему, Росатома, Балаковская атомная станция, который его построил и содержит. А в Полярных Зорях вы видели, какой парк содержит Росатом. Ну, покажу в Балаково. Это называется парк энергетиков. И пойдемся по нему. Здесь дорога. Эта дорога ведет на Балаковскую атомную станцию. Там дальше 9 микрорайон, городской пляж. За дорогой там канал идет, дальше там мост Победы Балаковский. Там за дорогой благоустройство идет, может тоже пойдем посмотрим, что там за аллея. Не был там давно, там был заброшенный пустырь, лес. Я сейчас нахожусь на другой стороне парка. Это небольшой лес около Волги или канала. Судоходного канала, правильно сказать. И сейчас посмотрим, что там за благоустройство делают. Раньше здесь были вот такие заросли по всему берегу. Что-то где-то, по-моему, в этом районе, в 2010 году, когда я только в Балаково появился, строили завод «Северсталь». Мы здесь, по-моему, майские праздники отмечали, жарили шашлыки. Какая-то площадка здесь была, лес. Что-то вспомнилось. Ну, сейчас здесь, видимо, парк делают. Вот такие дорожки. Наверное, тротуары будут, деревья посадят, лес. Ну, давайте прогуляемся до Волги, то есть до канала, покажу вам берег. Ну, вот здесь, в принципе, уже и вода начинается, берег, канал. К самому берегу не получится подойти, все в камышах. Вот так можно будет увидеть. Это судоремонтный завод, где стоит кран. Там баржи делают, ремонтируют корабли. Балаковский судоремонтный завод.
отсюда. Потом, может, прогуляемся, покажем. В этом году, наверное, здесь построят хороший парк, так что как построят, приеду, покажу, сниму видео, выложу на YouTube, что за парк, как он будет выглядеть в окончательном виде. Пройдемся про парку. Там выгул собак. Это, можно сказать, конец города Балаково, как я уже сказал ранее. Там поворот на Балаковскую атомную станцию. Дорога на Пугачев. Это 11 микрорайон, если я правильно мыслю. Thank you.
А зачем тебе столько? Вот я у бати прошу. Закончено. Thank you.